На красной дорожке Ава Адамс. On the red carpet, Ava Adams. Ава Адамс является американской актрисой фильмов для взрослых. Она наиболее известна тем, что выступала с Бразерс в категории «Нимф». Она великолепна, и она выдающаяся исполнительница. Красивая, пышная и стройная темноволосая брюнетка Ава Адамс родилась Алексия Рой 16 сентября 1981 года в Гибральтаре. Ава выросла в основном в Хьюстоне, штат Техас. Она французского и итальянского происхождения, так как оба ее родителя французские, и она имеет французское гражданство. Она свободно говорит на французском, английском и испанском языках. Адамс была самоописанной девушкой Готэм в старшей школе. В возрасте 18 лет она начала свою карьеру в качестве модели, а в 2004 году она появилась в журнале Playboy под именем Алексия Рой. Она начала свою карьеру в индустрии взрослых в 2008 году. Адамс начала работать в индустрии взрослых фильмов, снимаясь в одиночном и женском фильмах. Она работала на Бразерс, Непослушную Америку и Банброс. С момента выхода в киноиндустрию в 2008 году Ава выступала с близких с 200 фильмов, видеоназваний для нескольких производственных топ-компаний. Ава была номинирована на премию EVN для MILF Cougar Performer of ES в 2012 году. Ава имеет рост 160 сантиметров, черные волосы и карие глаза. Она имела увеличение груди в 2012 году, она имеет ребенок, рожденный в 2011 году, она является одной из лучших актрис фильмов для взрослых во Франции. Также известный как Ава Адамс, Алексия Рой, Ава Спайс, Ава Адамс, Луна.